В рамках реализации партийного проекта «Старший брат» одинцовские единороссы приняли участие в открытии круглого стола «Стартап для молодежи». Вместе с представителями торгово-промышленной палаты и бизнесменами мы обсудили с ребятами то, как важно пробовать себя и стремиться к своей цели, сообщила член политсовета местного отделения «Единой России» Лариса Белоусова. Спикеры рассказали молодежи о расширении бизнеса и общественной работе. Ребята из первых уст узнали о том, как вести дела в бизнесе, какую выбрать себе работу, как организовать взаимодействие с государственными, коммерческими и общественными организациями.